Я принял единственно верное решение. Я все понимаю, генерал. И тем не менее беру управление операцией на себя. О, вы-то мне и нужны. Я тщательно продумал план наших действий в Сараево. Пора нанести врагу решающий удар. Мы должны уничтожить храм Нот. Это исключено. Мы уже угробили слишком много людей и техники в этом чертовом храме. Верно. Но мы ведь извлекли из поражения должные уроки, не так ли? Дороговато нам стали эти уроки. Мы не можем себе позволить этого. Чего мы не можем себе позволить, так это нерешительности. Время не ждет. И общественность тоже. Нам нужна победа, такая, о которой будут говорить все. И лично я верю, что принесет ее нам этот человек. Надеюсь, я ясно выразился, генерал? Есть. Да, вполне, хотя это и безрассудство. В любом случае, перед началом операции в этом секторе создайте плацдарм. Кирс поможет вам в разработке стратегии. Удачи. Во время Второй Тибериевой войны мы основали в Хорватии аванпост. Он был разрушен войсками Нот. Но если вы зачистите местность, мы вышлем туда ремонтную группу. Укрепившись на территории, нужно перерезать пути снабжения Нот, а затем взять штурмом храм Кейна в Сараево. Желаю удачи. Она вам понадобится. Итак, сейчас вы в тылу войск Нот. Готовьтесь к худшему. Наша база в Хорватии нуждается в помощи. Ее энергостанции выведены из строя. Атаки Нот следуют одна за другой. Обеспечьте оборону базы до тех пор, пока мы не переправим вам МСЦ. Постройка отключена. Поступило сообщение. На вашей базе дефицит энергии. Нужно перераспределить ее по оборонному периметру. Новое задание. До прибытия подкреплений оборона не должна понести урон. Размажем. Миссия выполнена. Должна признаться, вы превзошли мои ожидания. Посмотрим, как пойдет дальше. Ударим по больному месту. У Нот остался последний склад в этом регионе. Там хранится транспорт и боеприпасы. Пора захватить его. Уничтожьте их ресурсы и лишите противника снабжения. Поступило сообщение. Следует тайно уничтожить оборонный периметр Нот, чтобы обеспечить скрытный подход основных сил. Избегайте потерь до выполнения первого задания. Это патруль периметра. Все чисто. Противник не обнаружен. На пункте снабжения сосредоточены крупные силы Нот. Уничтожьте производственные постройки и запасы запчастей. С беспилотными мишенями ты справился. Посмотрим, как пойдет дело, когда они начнут отстреливаться. Проблем. Обнаружена база врага. Ястреб на связи! Готов! Иду на посадку! В норме! Ну, летим на базу!
Задание выполнено. Миссия выполнена. Наконец-то. Момент, которого все ждали. Шанс покончить с завывателями раз и навсегда. По последним данным, Кейн скрывается в главном храме Нот. Это настоящая крепость. К тому же, ее закрывает какое-то защитное поле. Попробуйте. Задача не из легких. Но если вы сумеете обезвредить эти ионные вышки, мы вобьем последний гвоздь в гроб братства Нот. Не подведите нас? Поступило сообщение. Генераторы искажающего поля могут обеспечить защиту от ионного орудия. Их следует уничтожить, и тогда мы победим Нот. Захватите Министерство науки братства, и вы получите сведения. Объект атакует. Обнаружен противник. Ну что же, я ошибся. Вы смогли захватить храм и очень вовремя. Братство почти закончило разработку тибериевой бомбы, но мы увели компоненты у них из-под носа. Нам стало известно, что Кейн и его приспешники заняли оборону на нижних, подземных ярусах храма. Штурмом эти укрепления не взять, вам придется выкурить оттуда этих мерзавцев. Скажите, генерал, система противоракетной обороны уже готова к бою? Надеюсь, вы не об ионном орудии. Именно о нем, генерал. Именно о нем. О нем. Вы понимаете, что речь идет о заводе, где вырабатывался жидкий тиберий. Одного выстрела хватит, чтобы заразить этой дрянью весь регион. Сандра, свяжи меня с доктором Жиро. Доктор наш, ведущий специалист в этой области, надеюсь, хоть он сможет вас отговорить. Эта зона принадлежит братству. Каковы бы ни были последствия, они коснутся только местного населения. А их проблемы меня не волнуют. Меня волнует репутация ГСБ и наш народ, жаждущий возмездия за гибель Филадельфии. Ради бога, не приплетайте сюда свою политику. Сэр, доктор Жиро нигде нет. Похоже, его захватили боевики Нот. Что ж, тогда вопрос исчерпан. Друг мой, покончим с этой мразью раз и навсегда. Поступило сообщение. Каз Генштаба. Применить ионное орудие на главном храме. Укажите цель. Ионное орудие активировано. Задание выполнено. Хотя Кейн предположительно погиб под руинами храма, вместе со всем внутренним кругом взрыв жидкого тиберия привел к образованию радиоактивного облака и, как следствие, к выпадению радиоактивных осадков над большей частью Восточной Европы. Пока не ясно, был ли это несчастный случай или же последний террористический акт Кейна. Все, что мы имеем на данный момент, это комментарии исполнительного директора Бойла. Столько невинных жертв. Это ужасно. Но все же и у этой страшной чудовищной трагедии есть светлая сторона. Кейн, наконец, мертв. Теперь все мирные граждане могут вздохнуть спокойно.